Переписчиков ждут в каждом подворье Нижнекамска. К этому дню организаторы подготовились основательно. Раздавали листовки, предупреждали сельчан устно. Поэтому все, кого предстоит опрашивать, уже знают, о чем говорить. Они заранее подготовили ответы. Виноградник начала разводить, но еще он не плодоносит. Вот, видите, перед вами. Поэтому можно сказать, что еще пока нет. Кустики есть. Так, раз, два, три, четыре, пять кустиков. Всего в списке переписчиков 23 вопроса. В этом году статисты интересуются, пользуются ли фермеры грантами. Это новшество этого года. Вопросы в основном стандартные. Какое поголовье скота имеется в каждом подворье, какую площадь засеивают и чем. Сельчане информацию не скрывают. Обязательно надо. Это же жизнедеятельность или как там, жизненный уровень сельчан. Это уже на виду. Если кто там держит животное поголовье, сами себе кормят. Проверять переписчики будут не только сельчан, но и дачные массивы, председатели которых уже подали списки о заброшенных участках. А в свете того, что сейчас у огородников стало модно на участках возводить курятники, подобная перепись становится актуальной. Но из 40 тысяч огородов опрошены будут только 2 тысячи хозяев. В садоводческом участке также опрашиваться будут переписчиками на бумажном варианте. И сколько у них, какие посевы, какие насаждения многолетние, содержат ли они скот какой-то или птицу. Сельхозперепись продлится до 15 августа. Каждую неделю со статистов будут собирать информацию, которая будет анализироваться в Министерстве сельского хозяйства и в Росстате. Подобный опрос делается не для увеличения налогов, а исключительно в целях разработки стратегии развития сельского хозяйства страны на будущие годы. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, новости НТР.